как сказали, сначала припарковаться, а потом уже прийти в лобби. А вон парковка. Так, припарковались. В общем, сказали, я заехал с задней части, шаттл-бас, который везет к пляжу. Вот так вот. Специальный трамвай везет в Хилтоне. Настолько большая территория. Привезли меня на этом автобусе в главное здание. И пойду пройдусь. Какие-то столики нарядные у бассейна прям. Попробуем приблизить. За это и заплатили. Это фабрика. Как в книжке. Знаете, это как в книжке фабрика. Это красиво. Так, если бы мы вышли из Хилтона и пошли на пляж. Вот мы вышли, обойдем песок и идем на пляж.
Идем на пляж. Из отеля к Хилтону. Ну что, пляж есть. Пляж тот же Корон. Собственно, впереди сам отель. Ну, а что мне сказали посетители? Что очень старые номера. И нет смысла переплачивать за этот Хилтон. Так, а вот теперь мы кого-то идем с пляжа. В общем, территория большая, и между корпусами курсируют вот такие автобусы. Пойдем, входим на ресепшн. Thank you.
В общем, устанешь ходить, если придешь не туда. Ну, приглашают на ужин около бассейна. Че, вагон-холл, кафе. Риатрум, спа, фитнес-центр, теннис, клуб, первая помощь, ресторан, магазин. Магазин туда, с рестораном отсюда. Пойдем налево. Не знаю, если честно, насчет Хилтона. Мне уже скучно стало. Вот живешь ты там. Ну, зато Севью, конечно, если ты на седьмом каком-нибудь этаже. Так, получается, это уже все. Граница территории. Обходим очередной номер и снова выходим в бассейн. Ну да, все верно. Так, в общем, там бассейн. Можно спуститься вниз и выйти на дорогу на пляж. Идем обратно. На автобус, чтобы до мопед довезли. Ну, ресторанчик так нарядный, если здесь реально кормят. В общем, что сказали местные жители, которые здесь всего 3 дня. Огромная территория, и если поселить в дальнем, будешь все время ждать этот трамвай. Ну, они считают это неудобно. Потом, номера, говорят, очень старые, все старье, старье прям. За что типа платим, непонятно. Единственное, говорят, плюс, когда территория огромная, они были с ребенком, с коляской, говорят, очень удобно отъехать, погулять в тишине. А так, в общем, они посоветовали другой какой-нибудь отельчик рассмотреть и назвали Новотел Корон и еще какой-то, но я на карте найду, если вспомню. Так и дела. Может, и правда цена завышена за территорию, за бренд. Напоминает турбазу, в которой как это было, было все построено с масштабом, а потом как-то так вот, ну, стало не очень людно, но впечатляет масштаб, и территория осталась ухоженной. Ага. Вон там трамвай едет как раз.
Сейчас еще у парня спросим, вот этого, как он здесь, доволен, недоволен жизнью. А вот парень сказал, вообще все наоборот. Отличные условия, комфорт, ничего не старое, всем нравится. Я говорю, а почему в этот отель выбрал именно этот отель? Он говорит, ну, жена привередливая, хочет покомфортнее, чтобы было, вот сюда переместились. Оказывается, здесь 3 или 4 бассейна, территория большая. Он доволен. В общем, столько людей, столько и мнений. Пойдем найдем еще один бассейн. Так, собственно, мы его уже нашли. Небольшой бассейн. С возможностью перекусить. Судя по тому, что люди кушают. Но включен только завтрак, остальная вся еда, напитки – это за доплату, конечно. То есть это не Египет. Я его спрашиваю, а что так это? Не людно? Наверное, не сезон. Он говорит, людно. Народу много. Просто, видимо, все разбрелись, кто на пляже, и особо народ не сидит на территории. Море там на закате. Уже закат. Но все равно, что-то как-то вот, не знаю, то ли я уже привык к более естественному деревенскому быту, где какую-то движуха, какая-то происходит, что-то рыночек. Тут, конечно, тоже выходишь на пляжную зону и влево пошел, там будет и движуха, и прочее. Но до нее надо дойти от Хилтона. А вот первый отель, где маме показалось по отзывам, грязновато, там... Прям сразу движуха, кафешки, фрукты, прочее. Так, куда пришел? Сам не знаю. Смотрим. Вид на озеро. Можно сидеть и медитировать. Если хочется. Голосуем или не голосуем? Ладно, пешком дойдем. Здесь уже вдоль дороги граница территории, там колючая проволока натянута.
здесь уже, так сказать, на задах территории особо-то ничего и нету. Ну вот и остров. Точку. Поеду на базу.